Так, колесы. И вот у меня тут фуксии в этом году. А, какая огромная фуксия. Цветок огромный какой. Колюсы больше 25 сортов у меня и разновидностей. Колотею посадил зеврину в этом году на пробу. Расторопший сейчас отсеется вот. Вот колючая тварь. Ужас. Вот. Площадка для шашлыка. И вот она у меня так вот здесь украшена. Тоже колюсы, агератумы, петуни. Вот у меня тут отрастает георгинка. Зимой чуть не пропала, там совсем маленькая была. Вот елочка у меня голубая. А вот у меня вообще цветник. Вон беседка у меня. Дома. Агератумы, агетесы, тоже голубая ель, ротбеки, капусты декоративные, разные, бархатцы разные. А вон у меня рядом с бассейном целая грядка моих любимых циней, больших, не махровых. Вон два этих растут, две клещевины. У меня вон там прудик. Здесь у меня тоже колюсы разнообразные. Но эта грядка сильно пострадала в июне во время жары. Еще не успела разрастись. Я думаю, к концу августа будет очень красиво уже. Сейчас пока что она еще не очень декоративно выглядит. А вон они, те колесы, которые я в предыдущем фильме снимал. Вон та маленькая тропинка декоративная. Там они огромные. Вот моя будка дачная. Вон вокруг пруда тоже у меня есть колес. Пруд, это внучкина песочница, и вот вокруг пруда колюсы. Вот если видно, тут новые сорта я только что привез из Чехии и Швейцарии. Вот вон тот, вот я в Пражском ботаническом саду купил, вот бордовый внутри, ярко-зеленый контрастный такой цвет. И вот здесь три сорта, два левых, это я тоже в Пражском ботсаду купил. И правый сорт, правый это стащил в Интерлакене на клумбочке. Вот этот бордовенький такой, сиреневый. Из Швейцарии. Там кои. Это прудик у нас. Здесь все не очень декоративно, но я думаю, попозже будет, в сентябре, в конце августа более красиво. А вот этот самый астельбоидес щитолистный. Японское растение, но у нас накурило тоже вроде как растет. Вот этот очень красивый бархатец, но, к сожалению, телефон плохо почему-то желтый передает, искажает его на коричневый. Мальвы розовенькая, и вот белая расцветает красивая желтоватым оттенком. А вот в горшках тут тоже колюсы. И возвращаемся вон он,
бальзанин. В общем, колеса очень декоративно смотрятся. В этом году впервые посадил однолетний этот самый флокс однолетний, просто обалденная красоты, разнообразие цветов, все прелесть. На следующий год много посажу. Вот лилии вот-вот расцветут. И декоративный щавель в этом году посадил, тоже очень декоративное растение оказалось. Колес.